Уже без этой кровати, это, кстати, это вообще извращение. Вообще ящик. Смотрите, какая бедность, да? Какая бедность, ужас, кошмар. Видите, как видно, что это кирпич, вас покрасили, да, посмотрите. Что могли, то покрасили, видите, чтобы закрыть. Ужас, 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 вообще ящик. Какой может человека выдержать? Все, посмотрите, что. Закрепление. И наша паутина. Опять переход на эти самые. Звоните, звоните, видите? Потому что туда выходит никуда. Понимаете, здесь вот тоже, видите? Смотрите, дырка, канал, уходящий куда-то вообще. Видите? То есть он уходит тут, по диагонали. Ой, ребятушки, здесь вид вообще бесподобный. Бесподобный. Невероятно. Невероятно. О, теннис. Мой любимый, да? Что-то странно, что теннис часто находится около старых замков. Очень удивительно. Очень удивительно. Игра тоже абсолютно такая. И посмотрите, как луч. Видите, тут луч, видите, сужается. Видите? Хочу вам показать круг, торчащий откуда-то. Посмотрим, куда он вылезает. Куда он вылезает вообще? Куда-то, видите, в ниоткуда, да? А, это вот дырка? Нет, это дырка, смотрите. Смотрите, есть дырка на середине, а есть вот тут прободные. Нормально, да? Видите, это вообще просто. Это вот все, что вот, вот это вот около стенное, внутри стенное, это просто невероятно. Невероятно. Вообще. Невероятно. То есть две дырки, понимаете? Одна там прободная в стене идет, а другая вот тут. Это просто. Я просто не могу сейчас снимать, потому что тут дети, выбили бы детей, блин. Ну все, около меня, я не могу. Я понимаю, что им интересно смотреть, что я снимаю. В общем, короче, ребятушки, такие пирожки. А сейчас нужно снова зайти внутрь, что ли? Сейчас покажу вам луч. Вот это называется спальти, да? Интересно, спальти. Спалла. Спалла, да, смотрите, спалла. У нас спалла — это плечо. И спальти, да, это вот этот балкон этот. Я вам наших смотрителей показала. Люди, которые стоят рядом со мной, мне надоели. Я от них отхожу, а они ко мне приближаются. За что такое? Интересно. Но луч, смотрите, не образовался, да? Интересно.
дом этот, да, напротив там сколько труб. Офигеть, какая высота, да, вообще? Просто невероятно тут. Сложность стен опять, да? Сложность стен невероятно и абсолютно божество внутри, да? Вы понимаете, сколько раз уже, 150 раз я это доказываю. Вот это вот опять же, вот этот двойной даже, да? На Мерлатах, как и в Костелло Сфорцеско, да? Двойная вот эта. Показывающая, что это двойственный код, двоичный. А? Блин, свет плохой. И вот это тоже, как у нас Костелло Сфорцеско, тоже вот эти вот маленькие амбразуры, да? Маленькие амбразурки. Тут уже съедены. Ну, вроде я последняя, никого вроде пока я больше нет, слава богу. Ну, там опять, кстати, башни эти торчат, кстати, да? Вот эта вот большая, по-моему, тоже из дома торчит. Вот, посмотрите. Да, тоже. О, боже мой. Не знаю, неужели это папа такой старенький? Торе Чилиндрика. Это вот это вот вогнутое у нас, да? Видите, как у нас Мерлата заходит, кстати. Просто за стену. Вот как бы это вообще построили вот так вот? Как бы это вообще построили? Вот видно, что это срослось. И тут дальше идет, кстати, как... Тут, видите, съеденное кирпичи уже. Съеденное, видите? Ничего тут внутри, я не буду заходить. Как бы вот можно туда подниматься, но они не разрешают, да? Смотрите. Закрыли вход. Смотрите. Смотрите, как, какой кирпич там, да? Все съеденное уже. Им пришлось лестницы сделать. Посмотрите, кстати, да? Уже невозможно по нему ходить вообще. Он весь съеденный, видите? Видите? Провалится все. Все уже клавиши провалились. А? Так, ну туда я не буду заходить, потому что там это опять эти амбразуры. Давайте посмотрим здесь стену. Туда идут, смотрите, вниз, видите, внутрь. Там явно видны арки. Эта стена, тут круглая башня, ну башня это непонятно. Здесь, смотрите, вообще ни одной трубы, кстати. Стали они уже все. Нет сил у меня уже с ними, блин. И там, кстати, крюки вообще вот там вот, да, кстати. Зачем бы, да, как бы нужны были они, кстати.
Смотрите, уже съеденная. Смотрите. Дырка вообще образуется. Извиняюсь, я не могу, у меня дрожит рука. Тут свет даже не помогает. Вот видите, дырка. Ну, рука дрожит, потому что это телефон, который вообще дрожит. А приближение вообще дрожит. Поэтому пока не могу тот взять, потому что там мало батареи. Вот. Вот наши эти мерлаты, как вообще в Костелло Сфорцеско, ребятушки. Одинаково. Одинаково. Ой, блин, падает. Видите, он даже не то, что дрожит, он еще и даже у меня все время заваливается. Крючки везде. Везде, посмотрите. Везде, по всей, посмотрите. Везде крючки. Видите? Это тоже что-то новенькое. Раньше в таком количестве крючки не замечала что-то. Вот понимаете, рядышком, посмотрите, какой двор, да, посмотрите, какие стены, да. Ну вот сами вот посмотрите, разница между стенами и двором. О, скобы. О, скобы появились, смотрите. Смотрите. Конец таки, скобочки. И правда, глаза солнце светит. Ну вот, вот еще одна. Вот еще маленькая торчит. Я сейчас не спущусь их там. Посмотрите, тут их полно. Целая стена, скоб. Только они все уже такие в стадии разложения. Сейчас я схожу. А, хотела вам тут собаку показать. Вот две собаки. Смотрите, какой интересный. Опять вот эта собака, как у нас, помните, маленьком там под Миланом, да? Непонятно что. Смотрите, какой хвост крысиный какой-то, да, смотрите? Вот, и рука, да, такая, кстати, торчит. Тоже вот это, видите, из пространства рука, да? Ну и обязательно дерево, да? Вот. Тут корона у нас. И опять, видите, рука. Собака сидит на цепи. Тут тоже цепь. Цепь-то разорвана. А, да когда, может быть, Бог разорвал, что ли? Цепь, не понимаю. Цепь такая, кстати, да? А, это змейка, что ли? Змея, смотрите, съедает цепь или что? Да? Очень интересная фреска. Белая собака какая-то непонятного этого. Это какая-то змейка, да еще с каким-то рисунком, да, посмотрите. Смотрите. Тут что-то, смотрите. Какого-то жуткого этого нету, смотрите, видите? Жуткое животное. Тут какие-то ведра, да, опять. Это мы уже видели где-то. Ну, тут, как обычно, наш это ротор. Видите? Туннели, да? Туннели. Видите, как бы обычно у нас всегда по два. Значит, точно, как минимум, с двух туннелей вышли люди. И опять вот, видите, это собака. Здесь сколько. Вот. Опять собака, видите, две собаки. Виноград у нас, видите, тут все как бы символично, символично это. Не без символа. Не без символа. Крючок вообще, да? На середине крыши. Потолка, то есть. Все символично тут. Вот. Вода, они что, ведрами поступается, да, видите? Кстати, она. Так, ну ладно, ребятушки, все, я пока заканчиваю. Пока-пока.